Одно ухо выпиздить, другое ухо мне с кухни нахуй женские голоса, блядь, орут постоянно. Так, телепорт, библиотека и Дарана. Так, Дарана это куда? Блять, а мы били мобов? О, мобы. О, бей, женек, мобов. Они что, резнулись? Да, походу резнулись. Да, и все бьем, значит. Значит, бьем, что бьем. До сих пор на ДК не вкачал. Так, СПД стопайте. У ретриков тоже возвратка летит, блядь. Искра еще вернется. Поменять чуть-чуть. Ну, в принципе, мороз тут это, как бы, тактика за танка там просто меняться и все. Что за хуйня? Скра разъебывает. О, у меня в танке ракета на 11 тысяч прилетела, как? Чё за ракета? Гоблинская ракета. Ну, она нормально так, десятку в танк даёт, прилетает. И это как? А, коня... Подожди, сейчас. Блядь, всё же надо. Да мне крест дали, каску не дали, нахуй мне крест. ДКшнику кулак и каску надо давать. Большого. Ну точно не крест. Охуенный БР. Это, видать, этот стоит, как он называется. Хилбот какой-нибудь, когда нажимаешь захиливать, челик умирает и остается БР вместо этого. Хотя буду так же. Кто-то умер, да. Ну, искра он. Танк из говна и палок. Суза, ты тут, Диси? Ну? Это, ебанешь сейчас после этого моба столик? Надо отпиться. Искра. Стойте, сейчас столик поставят. Вот, тыкайте, берите еду. Блять. Поставили. Идите, жрите. Вон, рыбу ешьте. Так, а. Ну, спасибо. Я просто что в перерыве между трэшем. А на ИГ 25 и ИГ 10 нужна проходка? По-моему, нет. Нет. Не нужна. То есть я могу хулипалом уже залетать, да? Ну да. Ну ты если с гирейдом, то да. Погнали же, да. Вот пух у тебя, да, вот это с Молчазара, да? Да, да, она сама. Бля, охуенная вообще. Ну, для моего гира. Вырубите коня, нахуй, вообще. У меня на хэпале, по-моему, пуха была с Везекса 10 хм. До сих пор она и стоит, блядь. Так, вот это вагрин, да? Давай. Сейчас будет скоро у него способность, смотрим на что заканчивается. СС, то СПД стопают дамаг. Р вроде ханты стопают. С СПД стопайте. Никогда не видел, где это показывается. Вон в красном пишет в чат. А если М, то милики стопают. Волшебный заступник кричит стоять на месте. Вот я все, что вижу, что он пишет. Искру бейте, а то сдохнет. Два сдохнут. А чё сдохнут? Из-за искры. Не бьют искру. Красава. Всё там немножко. Милики стопайте. А танку что делать? Сейчас ты... Танку ничего не делает. Сейчас рез не возьмёт. Знаешь, кстати, что гоблин еще дает? Сейчас подожди, два тела реса. Да я жду.
сейчас. Рыба стоит, еще поесть успеть. Да, во. Кстати, есть и рыба. Ой, она, сзади рыба стоит, ешьте. 4% уклонения, прикинь, дает раз. Ну, это, ну, конечно, что это не стамина, понятно, но 4% уклонения — это довольно неплохо. Казочку обновите, пожалуйста. Гоблин, спасибо. Пока заебись, я потестил. Так, сейчас подождем, он назад пойдет. Блять, ракомакафол нахуй, я сейчас ему в обмен кину, хотя вот он не понимает. Смотрите, если не успеваете там запрыгнуть, то назад лучше отбегите. Блядь, и мой прыжок ракетный. Так, сейчас друид пробежит. Все, Женек, давай вот этого петуха. Блять, хуево, что эти мобы резнулись. А что ты мне в обмен хотел кидать? Ну сейчас увидишь. Просто я когда на гоблине до К10 пошел, ты говоришь, бля, гоблин, фу, чё, хуй знает, что-то не очень. И сам сделал гоблина, как у меня. Ну, вообще, если честно, вот эти все расы, они... Плюс-минус, как бы, ну, одинаково. Блядь. Нету прям супер-мега таких прям. Есть, например, для паладина обязательно берется фан, обязательно. Для ДК либо орк, либо гоблин. Все. Третьего не дано. Он видел, что у меня есть? Ну, у меня тоже есть еще. Они тоже у тебя есть? Блять, кого их нет? Ты что, по мне вот хотел ты хуяли? Они у всех, что ли, остались? Нет, у меня есть, у тебя. Так это они работают, в курсе, да? Я знаю. Охуенно вообще. Ебать, ты меня удивить хотел. Ты не замечал, что на мне этот баф всегда висит? Незаметно тоже. Теперь я понимаю, почему особо не замечает. Реально незаметно. Что за баф? Ридарский баф на 2% урона висит. На гоблин. Ну, осколки остались и все. ДК у меня не сохранились, а на присте сохранились. Непонятно, как это работает. Лужу разливаем. КД лужа. Значит, ОПшки, да. Кружок все играем. Надо будет его застанить, когда у него мало хп будет, иначе мы выпнемся. Вот стан. И потом ромбик. То же самое в конце надо будет либо застанить, либо притяжку дать, если стана не будет. Притяжка у меня на КД была, потому что я моба играл. Понятно, блядь. А станов у меня нету на гоблине. Ни у кого не было, оказывается. Ну, видимо, ни у кого нет. Паладинов, видимо, нет. Ну, притяжка у меня на КД была. Ну что, интересно было, да? Мне тоже понравилось. Охуенно. Надо же куда-то... Надо же когда-то увидеть ваншот рейда, блядь. Я ни разу, кстати, не видел. Ну вот сейчас увидел, блядь. На хм сложность похожа. Угу. На мифическую, блядь. На легендарную, нахуй. О, мне вот эту пуху, эту, блядь. Три не нужно с РБК на дух, нахуй, паладин. Кстати, если шаману собрать 50% крита, мана не будет заканчиваться. Да ну. Да. Я проверял на X2. А что ты встал? Тебя уже резали. Спасибо, конечно, но вару МП5 такое себе. А мне тоже ДК МП5 дают. Короче, вот такая хуйня, если тебя будет прокать постоянно, тебе мана не будет заканчиваться. Проверено. Где-то, ну если ты большими волнами не будешь лечить, ну или редко очень, чисто цепной там и малыми, то мана вообще не закончится. Но для этого нужно вбиваться в этот, в интеллект и в хосту, в СПД вообще не забиваться.
И что ты тогда хилить нихуя не будешь? Быстро, но мало. Реально, блядь. У Рушама от интеллекта тоже СПД увеличивается. Ну ты будешь на 200-300 СПД меньше иметь, зато ты будешь косым. Как 15% от СПД дается в интеллект. Интеллекта много ты не соберешь, потому что обычно шмотка дает 80 тунты и 250 СПД. Это совсем несоизмерим. Короче, блядь, на E2 у меня 270 какой-то хил. Там вообще и левел уже по-другому все считается. Там у тебя и паладин, я не знаю, 80 команды, ебать, кидают криты, они нихуя на маны не качаются. Да не, крит шамана вообще заебись. Во-первых, щит всегда вешается на рейде, который урон понижает. Это вы про хила, да, говорите? Да, да, да. Ну ты, короче, критуешь и регенишь маны. Да, баланс по-любому надо. Ну, блядь, ты же не будешь Рошама в крит забивать. Не, в крит нет, ты в хасту и в интеллект, все. Ну вот и у тебя твой щиток, который 4, твой Т4 висит, будет хуйню хилить, потому что у тебя СПД мало. А он ебать сколько ХПСа дает. На вальках. Все кучно стоят, заебись. А где они? Они тут кого? КПС 4000 дают на лайк. Эти мобы, кстати, станется, которые 4 штуки выходят. Паладиновским станом. Духи эти? Нет, на ранее 4 моба. Не, я понял. Я не знаю, честно говоря, не проверял. Еще проверим. По-моему, они не нежить. Нет, элементали. Нет, они не нежить, они элементали. Стан они станут, теряются и банятся. Женек, я же бегал, бегал, там я не знаю, там хилить нехуй было, потому что почти все там такое. Ну да, до тех пор, пока сало не вешается на хила. Сало-то вешается, понятно, но не на обоих же хилов сразу. А там второй не хил был, блядь. 200 упал, блядь. Да, даже на ДЦ заходил уже, я говорю, блядь, сало и бегает. Ну я в одного хилил, просто ты не кидаешь касты, касталки и все, тем более на ДЦ. Ты что-то там кастуешь и стоит кто-то. Ну, а у вас тоже не было ни лока, ни бичей, никого, да? Ну, я ферял. Просто когда этот контроль заканчивался в промежуток небольшой, тебе могло кинуть. Я просто в эти моменты на лице только моменталки кидаю, они не могут забить каст, а моменталками вполне все отхиливается. У тебя 3 моменталки, да. Стойте, рыбу поставлю. Бать, аркан тут маг, нахуй. Он в одного убьет Молчезара. А вот этот диджитал, он на РТ ходит? Ну, бывает? Смотри, какой пал заряжен. Какой диджитал? Ну, Дигинибал вот этот. Драг, блядь, Драг, блядь, хоть прочитаешь. Ганнибал написано. ДР Ганнибал, да, заебись. Ну да, ходит. Пошли, заходим, короче. Просто ПВБшер, а не ПВЕш. А, вот он еще. Короче, что там у нас по сбиву? Женек огненный сбиваешь, Тулитор, короче, Фурик сбиваешь ледяные, а я вот арканы позбиваю. Вот эти, промах был. На 40% будут элементали. Нужно будет им сбивать все косты, стараться прожимать баблы. Я у него не мог быть, у меня КД уже. Ничего страшного. Прожимать дубовые кожи, айсблок прожимать. Не двигайтесь. Нет. Не двигайтесь, не прыгайте. Самое главное, Женек, не двигайся. Да хули, я пиздел вчера. И подъебал. Так, сбил. Повидал, в 0-1 вбил. Не успею.
Может, а у тех големов сколько хп? Может, одного разъебать попробуем? Кого дать? Да, по полтора ляма ебать, да, развернуть. Полтора? Блять, дохуя. Промах. Говорю, просто моментал. А тут смотри, тут ДПС нахуй собралась пачка, пиздец. Вы по десятке. Ой. С магом. Ретрик почти 9. Ханту 8. Я ханту истерию. Вар 5,7. Не двигаемся, не прыгаем, ничего не делаем. Хуя промах с ЛП, это вообще как-то. Ты охуел, что ли? А чё у тебя вот Катара сова, да? Ты сделал или сделала? Чё там ДПС 1005-6 будет? Или там хиловский шмар чистый? Хиловский, ну, все равно, блядь, нормально будет. Вот они, элемы. Одному попробую. Подтягивайте их, я их зафирю. О, еще и разбегаться надо. Ну, друида проебали по стопудово, блядь. Дюша, резь я потом этого друида. Бля, я сдох. Давай фильму. Женек. Бля, охуенный вообще босс, мне прям нравится. И друид резь и меня, потому что свалки нету. Дубовую давай, тучку отдавай. И кинь в ракомакафо жизни цветов там. Да, я за колонны. Да, 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 вот здесь. Эти мобы, если что, тоже огрятся, кстати. Да. Да я... Снова притянул уже. Просто охуеть. Диспелла нет никакого, блядь. Убегу, не убегу, хуй знает. Да, вроде повезло. Ну так вот, блядь, нету лока, который кинет фир нахуй и бан, и все, и пизда на хаву. Ну я тебе и говорю, вчера видел какой пиздец по факту. Лока нет и пиздец. Ну все, эти пидоры минуту простояли и ушли. Да мы много раз без лока поносили. Ну было весело, когда друид искал меня за колонной возле книжного шкафа. Паладин и заебись, то паладин сдать. У нас что еще есть, блядь? В принципе, все. Ну, косты им вообще-то бить еще можно, если что. Ну да, тут бить может Женек, Фурик. Не двигайтесь. И когда босс умрет, если венец останется, тоже не двигайтесь. Плащ. Ракетный на дамаж побольше, чем рука. Ракомакафон, наверное, постоит, да, на синем? Не, мага ставь. Я шавода не могу кидать под синим. А, ну да. Суза покидай что-то. Пердолет включил. Конечно, его шотнуть может. Два БР в КД. СС нет. Пусть меня, я ШВД скидаю, мне 100% шотнуть. Да, я туда кинул нечаянно, меня тоже ебанул. Что, у меня
сейчас, ну-ка, где? Труник так мало критует, на 7 тысяч всего. А что ты хотел? 100 тысяч? У меня в бладе в РБК нахуй кто-нибудь тебя ударит и руником в двадцатку, и как ебанешь ему в ответ. Всем привет. Здорово. Как у вас дела? Нормально. Жить можно. А рано убили, блядь. Коря обычки. Прогресс, блядь. БКД, блядь. На второй день. Так что нормально, заебись. На смотри, нихуя тапки падают. Ох. Так, на этого, так, на мишку нахуй берите там, самый заебись на мишку, на кота хуй знает. Только мастерство, мастерство, капы дает. Ну на мишку нормально, все капы собирать. Ой, выбираю агро. То ли сало, то ли че. Это агро, блядь, скидывается в мобу. Блять, у меня прям это кайф, вот этот щиток, я хуй знает, я, наверное, его сохраню, блять. Вот эта анимация чисто вот этих молний, она так шаману подходит хорошо. Синий цвет такой еще. Я тебе больше скажу, Undead к шаману вообще не подходит. Да мне похуй. Ну прям серьезно, ну Undead это вообще не шаман. Прям. Undead, блять, Undead это все. Прям это прям, прям урод уродский, нахуй. Undead и рулят. Андеды рулят на туре. Пошел сегодня на остров делать дейлики, блядь. Какой-то ретрик мне давай, блядь, шотать нахуй. Раз убил, второй раз. Прошу челика с гипом мочь. Дали ему пизды, короче. Нахуя этого трогать второго? Потом будешь портоваться, умирать? Да, нормально. Не умирай. Ну, посмотрим. Че у нас по РТ глухо? Я вчера же это не заходил вроде, блядь. А, блядь, Суза, че вчера у было? У нас воскресенье. Ну вчера Кара Донт ходил. А, Гер? Да. Че, сколько? Да, а вы скажите, во сколько РТ? Они деву убили, а я с пугами ходил, тоже деву убил и все. Кто спрашивает про РТ? Кто спрашивает? Воскресенье Кара Гер. Ой, и ВК у нас. Да, я помню про воскресенье. Сегодня тоже, да, глухо. Блядь. Я не знаю. С диспольте сженька эту залупу, я хуй знаю. Что-то на... О. Тут разные гильдии, РТ разные. Так, ну чё, рисуйте ману. На синем Суза. РТ-рушка. Ну, знаешь, да, как хили там. Это. Ты с голосом Суза, короче, это, говори 30-й стак, чтобы я это волну в тебя дал пару раз. На 36-м, где-то 35-м кидается третья лужа, чтобы ты был готов там. Ну тебя спасет только глыба, по идее. Ну, тебя шотнет там сразу. То есть либо реакция. А и еще паладины. Значит, Степанида с Ганнибалом чередуйтесь каплю на Сузу. Капля — это длань жертвенности, значит. Первый будет кидать Степанида,
на 30-м стаке. Суза для них аносишь это. То есть говоришь, 30-й стак он где-то кидает сразу и все. Нас после перебежки кидает Ганнибал. Лань жертвенности на Сузу, чтобы его не шотнуло. Тогда будет шанс какой-то. И в этот же момент, когда эту хуйню аносит Ракомакафо, можешь щиток закинуть на него. Тогда вообще стопудово он не сдохнет. Керу бум с пула, да? Да, как появится. Я скажу, когда. Да, хорошо, как появится. Ну, скажешь, я дам. Стаков 15. Ты громкий такой. Все, проверка, и будем начинать. Ну, Женек, ты знаешь, ребят, да? Ребят, кто на зеленом стоит? Убегать будем заранее по стакам. На зеленом, значит, этот вар стоит. Тули, короче, ты вар, Фурик. Да это я понял. Короче, смотри, вар, ты стоишь на зеленом. Говори, когда будет 45 стаков, чтобы весь рейд начал бежать от босса. Все, Женек, иди, блядь. Так, на Сузу щиток. Ты его вести-то будешь к стене? Подведи его, блядь. Да, 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 да. Бля, что а ты делаешь? Красный. Вон красный, блядь, ты чё? Так я и стоял, что я сбил, блядь. Всё, я вначале правильно стоял. Женёк. Куда вести? Куда убегать, блядь? Веди красным его, пять все жопой, блядь. У нас... Мы убежим, нахуй, на середину комнаты и... Давай, Гер. Лучи, двигайтесь. О, блядь. Так, вот. Надо. 30. Угу, давай этот Степанида. Все, пизда нахуй. 31к, блядь. Станьте кто-нибудь. Носите. Паладин. Не было капли, если что. Короче, сейчас будем ложиться нахуй. Луч синий в босса идет. Побежали. Бля, ну это прикол. Сокры не было. Не успел. Сейчас на синий этот Ракомакафо вставай, пока Сузу резать будет. Резать побежишь Дюша, Сузу, на той стороне. Когда резнем, да, дадим ему баф. 30 тысяч дал и сдох. Синий здесь. Так, ну куда? Женек, сука, ты... Чё за хуйня? Что? Луч, чуть луч не проебал. Чёрный мужик, готовьтесь. Короче, Женя, пока стой на этом. Сколько там, 30 есть? Подходит 30, да, наверное? 20. 20 топа. Ганнибал, сейчас твоя будет капля, пара Ракомакафо уже. 30. Давай каплю, понял. То если третья под ним появится, он уже сдох, то нормально. Теперь 45 ждем. Сколько стаков сейчас? 41. Готовимся. 43. Готовимся. Сколько? 45. Побежали. Это из-за того, что луч теряли. Каску вообще... можно помогу? Нужно. Паладину. Паскузи, обновите. Мне кажется, что, мне остановиться? Смотрите сами, если ты ШВД не будешь прожимать, ты не сдохнешь, и у тебя тучка есть засейвиться, плюс щиток по себе с подручники, да, чем по кому-то. Хочешь, стой на синем, если не хочешь, пускай Суза станет, только скажите вниз, кто останется на синем. Зеленый в центре, синий на противоположный. Кто по итогу стоит? Суза, да? Кидаю орехи. Тридцать будет, Суза, скажешь. Этот, капля будет степанидовская. Степанида, не сдохни. Лужа, осторожно. Сколько стаков? 30. 30, да. Давай каплю, понял. Все, третья где-то там в миле, походу. Сколько? На 45 готовимся бежать. Что-то с маной хуета какая-то. 45. Готовимся. Побежали.
Так, Дюша, залей по воиду Иннер. Ставлю тотем. Перекинь меня. А, есть, да. Бля, нихуя прыжок заебись на танке вообще. Хуяк спрыгнул. Я еще щит не обновлял, блин. Так даже можно в это. В ВВК там лужи нахуй прыгать. Смотрим, где портал, Женек. Красный свой. Смотри сразу где. Я смотрю. Здесь синий, в центре зеленый, противоположный красный. Зеленый, блядь, с кого-то это. Че, не получается, да, скинуть? Так, сколько стаков там? 20. Ну давай, Ганнибал, по нему каплю. 33. Скоро будет. Вдруг не сдохнет. Сколько стаков? 46. Готовимся бежать. Бежали. Не захил. Сейчас добьем. 5 макс. Надо резать меня, все. Не надо, мы добьете. Два ляма там. Смотрите, где порталы. Красный здесь, синий в центре. С него всегда параш падает. Все, полчаса остался. Хуя. Демона бейте. Женек, ты где? О, блядь. На ребятки, хил, 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 хил. А он откуда взялся второй? Хуй знает, Пет чей-то привел по-любому. Короче, я просто заметил часто. Ахматы будем убивать? Не. Не, надо. Я бы на шахматы холи паладином бы зашел, там щит на холи пал, да, падает? Щит, ну, неплохой. А там щит не падает на холи пал? Какой-то падает там, ну. На холи пал. С погибели на холи пала, а там, по-моему, такой щит. Ну тогда. Чинитесь там. Там магию можно здесь пылить, или палы, или с женька. Короче, пропускаем. Бля, я б на хули пала бы зашел на шах. Я, кстати, даже лут не могу посмотреть, что из них падает. Перед мордой. Молча пупа, срочно. И Т4, блядь.
Дай нам в пати одного Иридара. Сейчас бой закончится. А кто Иридар там? Степанида или кто? О, попало Иридар. Так, Степаниду говоришь, да? Ты себя поменяй со Степанидой. Ага. А, чумак сдох опять как-то. Ну, пизды дали. 64к дал и сдох. Это судьба у мага. Это читерский долгонок, наверное, из-за этого. Че у тебя долгонок, нихуя себе? Че он дает? Ну-ка расскажи-ка. Ну, СПД постоянно 300, и по 10-м прокам 800 СПД на 5 секунд. Он дает это, чардж, смерть покинуть тело. Раньше долгонок лучше был. А да, что это за хуйня, раньше... вот это вот, что это такое? Это всегда тут было, блядь? Че, можешь проносить бы? Да, женек, блядь, хуй ты стоишь? Не знаю. Я шахматы пошел смотреть. Да, блядь, помню, я когда в Накс еще ходил двумя персами, Палом и Друидом. Три спека уже тогда, блядь, одевали. А у тебя на этом шамане тоже один хил, да? И все? Да, один хил. На ДК один танк, на шамане один хил. Ну, чтобы я Элема сделал, это надо, блядь, я не знаю, столько рейдов перебить. Да. Элем и так не блещет ДПСом, то тебе придется... Ну, хуй знает, а что, он проходной не даст, что ли, сколько он? 9? Нет. Элем? У них сейчас молнии поломаны, они не вылетают. Поломаны? Ну, и, короче, сейчас что-то я слышал от Элемов, говорят, что раньше по 3, по 4 вылетало, а сейчас 2 максимум. Поэтому... Нет. Ну, смысл, у нас он хожу во сне, харе, блядь, возвратку гнева, всех въебал, там 4 или 5 вылетело. Так я чуть-чуть подамажу, кидает одну молнию, как полетело, ебать, со всех щелей, нахуй. Ну, не знаю, может, пиздят. Я шаманом наиграл, все нормально. Бывало, нахуй, на сурфанге, такое ощущение, как будто цепных молний штук 5, нахуй, вылетало. Нормально, лучше надо в ДД играть, я нахуй. А ты в РДД зоне шаманом стоял? Я везде им стоял, поверь. Ну, просто я за шамана на X1, на X3 играл. И на таких боссах, где можно стоять в мили-зоне, шаман, если ставится, блядь, в мили-зоне стоишь... Я знаю, почему ты мне рассказываешь, потому что он бьется автоатаки, у него крит вылетает, и на тебе баф на повышенный урон всегда висит. Я знаю. Да. Я же за шамана, все нахуй. Рыбы поставите? Да, в мели, да, тухлопуз, гниломорт. Я даже спек делал, короче, под крит мели атаки, нахуй. Короче, ну, там извращался, нахуй. Ну, особо ДПС этого не давал, правильно. Не знаю. 2К с нормальной пухой стабильно добавлялось. Так, что ты спекнулся? Ну. Так, Хант, а Хант в Дисе? Хант? Рыбу не поставите? Хант, я тебе могу истерию дать, но ты ее знаешь, когда снимать? Дайте рыбу. Да забей, ты это, дай просто после 30 и не давай, зачем она с пола нам нужна? Истерия. Ну, ладно. Вдруг не снимет и все, и, блядь, будут вайпы, блядь, по КД. Ну, да, не будет, давай. Все, блядь, иди, ненавижу этого рандомного босса, сука. Гуляй, блядь, Женек, пока не ушел, блядь, далеко, блядь. Полгода будем стоять тут дрочиться. Да, да. В кружке держишь его сейчас. Из ромбика в кружок проведи. Проведи в кружок и спиной к стене встань. Велики, звезду бегаете. Если в звезду метеор прилетит, в РДД бегаете. Пиши ВД, только там не нажми под эту хуйню.
могу как раз найти. Так, я на метеоры посмотрю. Чуть не так встал. Так, ну где-то нам за спину летит. Нормально. Немножко можно вправо вот сюда отойти. Суза, хан. Ну, потом посмотрим. Если будет сюда лететь, то надо будет уже туда. Я думаю, что ракета так далеко сагрела. А потом смотрю, у нее дистанция, блядь. 45 камер. 45 метров дистанцию ракеты. Гоблин прикольный из-за ракеты, из-за прыжка. Там, ну вот 4% уклонения тоже неплохо, даже для танка. Смотрите, ХП снизилось. 30 метров рейндж. Не 50, 30. Сова, линейку. И кастовать можешь, у тебя 36 рейндж вроде как. 4К хотя бы нормально. Так, где ты хотел рыбнуть? Поставь тотем. Вроде стоят. На ману. На ману? А, МП5. Сейчас, блять, метеор. А у меня источник маны и стоит. Так, Женек, немножко к звезде отодвиги, босс. Видите, голем прилетел. Бля-бля-бля, пиздец, тут похоже запутал. Выбегайте в РДД Америки. Нахуя, оно тут за углом не будет цеплять. Ну и за углом, если нормально то. Давай, выводим отсюда. Проходим сюда за звездой РДДшки. А, блядь. Куда? Не-не-не, стойте. Это пиздец, блядь. Там тоже, блядь, зажмёт нас. Тридцать метров от босса. Да, блядь. Не ивейди его, он в воротах заивейдится. Ворота его только не веди. Метеор до 30 точно прилетит. Смотрим, 30 метров от босса, если что, если не уверены, отбегайте дальше. Так, летит метеор, нормально. Отбегаем вперед. Вон где шипешник стоит, туда бежим. Ты, блин. Я ломанулся отбегать, нахуй. Все, 30 метров смотрим от босса. Пошла фаза. Это, кстати, вовремя, я сейчас сдох. Даю геру. Тут ДПС. Бля, Ханк, я не могу истерию дать, можешь чуть ближе подойти? Так, метеор летит прямо в нас, в РДД, блять. Нет, не у нас. Нормально стоит. Если в РДД полетит, милизоду идем. Милики, там не ловите. Ганнибал, ты ловишь урон какой-то. От огня, что ли? Так, еще где-то метеоры сейчас должны быть. Не могу понять. Так, нормально прилетел. Я думаю, что такое? На меня истерию закинули. К нам веди, алло. О! Ёбаный рот. Дюша, резай Женька. Этот, Катара, резай Женька. Пока стою, пока. Женька, резай. Глыбу.
Бля, где ты? Таунти. Так, 30 метров есть. Маны? Ну, ставлю тотем, может и в одной пати со мной. Нет, не в одной. Что-то забагалось отображение, блядь, щитка на жнике. Ой, блядь, сука. Прям опять в меня. Вот намокну. Пиздец, блядь. Поясните. Так, риса. Ой, хороший дроп вообще. Чё там? Я бы на мага, чтобы был 30-м, то я все забрал. Чё там выпало? Да, как всегда. Опять нихуя подняло. А тут никому не надо даже, наверное. Токен. А, ДКшнику надо. А и то есть. Все. Дюша. Не-не, у меня есть ничего. Фу. Так, что там еще? Ханту, да. Шея. Критхаст. Катара тебе надо? Сейчас. Ладно, ребят. Пойду я поработаю. 26-ю. Ой, этот. Петер Ольте. Ну, там грудь магии собирает, да. Так, я Дюши закинул там, это, пока выкинули. Ну, Дюша Сузи передай, или если хочешь, не передавай. Это все равно нахуй нужен. Этот. Башка. Хант. Как заказывал. Угу. Как заказывал. Вот так, блядь, ходите со мной в рейды, будете на Хантана, Мага, Лока выбивать, что можно. Я, короче, к следующему плей.